Здравствуйте. Глядя на этих энергично танцующих молодых женщин, и не подумаешь, что они пациентки Кировского психоневрологического интерната. Вот что значит чудодейственная сила музыки и движений тела, а также желание учителя танцев поделиться с каждым тем, что он умеет и знает. Эти барышни уже где только не выступали. И восточный танец они разучили специально для областного творческого фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья, который недавно проходил в Мурманске. А начиналось все так. 2,5 года назад кировчанку Олесю Водинову пригласили в психоневрологический интернат для того, чтобы она помогла поставить несколько танцев для спектаклей и представлений. Там она и познакомилась со своей будущей труппой. Сначала Олеся и подумать не могла, что девушки смогут двигаться так, как они делают это сейчас. Занятия начинались с игр и самых простых движений. А потом пациентки интерната стали делать невероятные успехи. Вот решила педагог создать собственную школу танцев. Выиграла в конкурсе социально значимых проектов «Проблемы города решаем вместе» и на полученные средства оборудовала небольшой танцевальный зал в Кировском клубе «Затейник». И поверьте, оно того стоило. Да ничего, все хорошо. Я люблю свою Олесю, и она очень хорошая. И я очень люблю танцевать. Мне это нравится. Я маленьких лет танцую вообще-то. Мне нравится все. Мы ездили в Мурманск, и в Апатиты ездили, выступали, здесь выступали. Мы везде, короче, выступаем, все хорошо. Мы все увидели, и ездили в Мурманск тоже, выступали, и ходили в магазин, там прогулялись, там все. Все хорошо. Хочу отметить, что Олеся занимается не только с пациентками из психоневрологического интерната. В клуб «Затейник» приходят и постояльцы из отделения дневного пребывания для молодых людей с ограниченными возможностями. А еще танцевальным движением учатся бабушки из Кировского общества инвалидов. Для них занятия Олеся проводит бесплатно. И мне кажется, что такие добрые дела должны иметь поддержку, в том числе и материальную. Помощи, вы знаете, глобально помощи я не жду, то есть так, чтобы мне сразу бах, все и дали. А если есть возможность, конечно, по мере возможности, то есть, например, мы часто в транспорте нуждаемся или в костюмах, также бывает спортивный инвентарь. Вот. Сразу идеи все в голову не приходят, вот. Но если нам будут по мере возможности помогать, мы будем только рады, не откажемся. Мы часто слышим о том, что у всех людей должны быть равные возможности. Не думаю, что кто-то станет с этим спорить. Здорово, что есть люди, которые готовы уделять время и внимание тем, кто в этом особенно нуждается. И очень хорошо, что у Олеси и ее подопечных будет поддержка. Очень хорошо, что есть такие люди, которые готовы и помогают людям с ограниченными возможностями, делают их жизнь более полной, яркой, интересной. Мы со своей стороны и правком «Апатит», и предприятие всегда готовы помогать и с радостью это делаем. В этом году мы хотим обязательно сходить к детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, которые временно находятся в приюте. Там 20 деток, которые уже нас ждут с интересной развлекательной программой. Ирина Шитова говорит лишь об одном мероприятии, которое пройдет в этом году в рамках благотворительного марафона «Добрые города Мурманской области». Существует эта программа уже несколько лет. Думаю, стоит подчеркнуть, что Кировские апатиты присоединились к ней одними из первых. Организаторы запланировали множество акций и мероприятий, традиционных и абсолютно новых. Одно из них называется «Добрые руки». Суть в том, что в приюте для бездомных животных сейчас очень не хватает действительно крепких рук, добрых рук, которые могли бы помочь построить новые вольеры для животных. Поэтому хотелось бы пригласить всех желающих, которые хотели бы помочь в этом добром деле и могли бы построить вольеры. В первую очередь нужна помощь добровольцев руками, потому что работа невероятно тяжелая физически, ежедневная работа. Объем работы огромнейший, и поэтому все время зову и приглашаю, в газетах даю объявления, ради Бога, хотя бы в свой выходной день, хоть раз в месяц, ну, может, очень бы хорошо, раз в неделю выходной, хотя бы на 2 часа прийти и делать ту работу, которую я скажу. Я самую тяжелую работу никогда никому не дам, ее я делаю сама.
В собачьем приюте ждут добровольцев каждый день и в любое время. Акцию «Добрые руки» организаторы планируют провести в апреле. Присоединиться может каждый желающий. Кроме того, бездомные животные нуждаются в сухом корме. Собрать его и доставить в приют решили и активисты народного контроля. Любой может накормить собак. Вас ждут по адресу в Апатитах Дзержинского, 35, и в Кировске Хибиногорская, 30. Ну и в завершение очередной сюжет, снятый ребятами из нашей школы журналистики. Они решили продолжить начатое и попробовать найти собакам из приюта новых хозяев. Кстати, щенки, которых мы показывали в прошлой программе, уже обрели свой дом. А я с вами прощаюсь и продолжаю ждать ваших сообщений на странице Народного телевидения в социальной сети ВКонтакте. Мы постараемся помочь каждому, кто нуждается в помощи, и расскажем обо всех, кто готов ее оказать. До встречи! В приют мы приехали с подарками. Две жительницы Кировска передали постояльцам еду и одеяло. А потом мы познакомились с Рексом. Этот пес появился здесь месяц назад. До этого его видели на железнодорожном вокзале. Затем он появился в городе. Рекс попал под машину и долго хромал. Какая-то женщина стала его подкармливать, а затем привезла в приют, сказав хозяйке, что в противном случае собаку отправят на живодерню. Женщина обещала помогать воспитывать пса, но так ни разу и не объявилась. Это Рекс. Ему около года. Он очень веселый, общительный и игривый. И станет хорошим другом любому человеку.